Приветствую вас. Я думаю, что ответом на ваш вопрос будет акцент внимания на вашу индивидуальность, на вашу неповторимость, на ваши индивидуальные качества, уникальные качества, которые вам, собственно говоря, необходимо развивать, которые вам необходимо себе культивировать. Вот. И, соответственно, тогда вы будете самим собой. Тут момент какой еще есть, что вы, скорее всего, стесняетесь, вы, скорее всего, зажаты, вы, скорее всего, блокируете сами себя свои чувства. Вот, это так называемые блоки, так называемые комплексы, которые вам мешают. Что касается того, как узнать, кто вы есть на самом деле, то на этот вопрос узнаете ответ только вы его получите, если будете кратко развивать себе свои индивидуальные качества, которые есть только у вас, и культивировать себе свою неповторимость. А сопровождать вас на этом поприще может как раз психолог, который поможет вам раскрыться, найти свой смысл жизненный и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.